Здравствуйте, с вами Фреймистер, игра Гарри Поттера, первые супер офигенные. Ну и этот, как его, философский камень здесь тоже проходил мимо. В прошлый раз мы попали с вами в какую-то очень секретную зону, которую, я уж хотел сказать, создали Фред и Джордж, но нет. Вроде бы как они просто здесь что-то спрятали или что-то там в духе. Я забыл! Хотя, на самом деле, я совсем недавно записывал и все такое прочее. Дайте-ка мне на секундочку удостовериться в том, что у меня все в порядке работает. Да, у меня все в порядке работает, поэтому продолжаем разговор. Насколько я помню, а я чуть-чуть, на самом деле, заходил чуть-чуть подальше, думал просто записать еще капельку, но мои планы отменились, поэтому я просто знаю парочку шагов впереди. Например, я знаю, что было бы неплохо поговорить с Роном. Могу я поспорить, что здесь мои братья спрятали мозг? Давай разделимся и найдем его. Какой мозг? Мне в какой-то момент показалось, что он сказал, что мозг слизеринца. Но, честно говоря, конечно, это было бы стрёмно. И я бы его братьев очень сильно боялся, если бы это было бы так. В любом случае, у меня не совсем не так много жизней. И Рон пришел сюда. Эй, тут пафоподы! Бросать их очень весело. Я слышал, что тролли часто чихают от них, он, кажется, сказал. Интересно. Пафопод! Их очень весело бросать. Хагрид. Давайте действительно посмотрим, как их бросать. На какую кнопку-то хоть? Не на эту? А, вот на эту. Слушайте, а правда? Правда довольно неплохо. Было бы неплохо, правда, также шандарахнуть по Рону этой штукой. Но Рон, кажется, уже куда-то свалил. Или нет? А! Он просто круги наворачивает. Рон, какого хрена? Какого хрена? Ладно. Так, в любом случае, здесь заперто. Стоп, это что? Харкламп. Я просто в какой-то момент решил, что это Хоксмит. И я думаю, какого черта меня сейчас в Хоксмит, что ли, пустят? Но нет, разумеется, нет. Это никак с сюжетом-то не связано. Хотя все, что сейчас происходит, не связано с сюжетом. И я вам честно скажу, мне это даже нравится. Мне вообще нравится подход к сюжету в этой игре. Она пытается именно дополнить сюжет. Это прекрасно. То есть, не полная отсебятина. Не повторение того, что мы уже знаем, а как бы то, что могло бы происходить параллельно. То есть не параллельно, а кроме всего того, что мы знаем. Это очень интересно. Так, что это у нас? Ядовитая тентакула. Осторожно, Хагрид. Так, ну, понятно, да, я уже дрался с этой хренью, и это очень сложно, потому что это опять тоже заклинание проклятое. Ну вы, короче, поймете. Вы поймете. Этих тварей-то можно очень легко отправлять обратно в эту тентакулу. Это без проблем. Но потом начинается вот это. Блин. И как только у меня это не получается, мне нужно опять отстреливать мелочей. Я ее очень сильно боюсь. Я думаю, что конечного босса наверняка придется убивать всеми заклинаниями. Я боюсь, что не все заклинания будет весело применять. Сгинь, тварь. Молодец. Так. Если сейчас не получится, то придется заново. Ура! Наконец-то получилось. Реально, эти штуки для меня такие сложные. Я их очень сильно не скоро делаю. Так, тентакула повержена, и я не знаю, мог ли я сюда пройти до того, как я ее побил, или не мог. Но теперь я точно могу, скажем так. И здесь есть еще один рычаг-пень. Или пнерычаг. Что-то в этом духе. Кстати говоря, сегодня, да и в предыдущие дни, меня вообще сильно озаботил вопрос по поводу того, что же я буду снимать после этого Гарри Поттера. Дело в том, что мне Гарри Поттер очень даже сильно понравился. И я сильно задумался над тем, что, может быть, имеет смысл мне после него сразу же взять второго Гарри Поттера на первый PlayStation. То есть Гарри Поттер и этот, не философский камень, а как он там, черт, забыл. Тайная комната, точно. То есть мы уже, конечно, записывали тайную комнату, но просто еще одну игру на PlayStation. Раз уж она довольно похожа на эту. Тем более, что я до этого уже скачал, она работает, я все проверял. Но, в общем,
я вот все думал, вот может или ее, или может быть все-таки продолжить ускользающий мир, все никак не мог решить. И даже в какой-то момент я даже подумал, возможно, мне спросить прямо в видео, причем спросить лично Анастасию Катрич, ну или Катрич, конечно, мне больше нравится Катрич, но если и тоже, то такое она и будет. Ну как вот, о чем же я говорю-то? Я говорю о том, что думал лично ее спросить, вот что вот себе больше хочется увидеть, вот Гарри Поттера, второго на первый PlayStation, или же этот самый, как его, ускользающий мир. Ну, меня все еще интересует этот вопрос, и вообще все пишите, что вы об этом думаете. Но я так смотрю, по всей видимости, людей все-таки больше интересует ускользающий мир. И наверняка среди тех, кто не смотрит Гарри Поттера, и в том случае, и в том числе и тех, кто смотрит Гарри Поттера. Вообще, я сильно удивился, когда понял, что Шадоу Сомниари смотрит Гарри Поттера. Я думал, что она этого делать не будет. Ну, потому что все-таки PC-версии нравится гораздо больше. И я понимаю, за что. Я играл в PC-версию чуть-чуть. И понимаю приколы. Вот. Но, тем не менее. Так что, скорее всего, все-таки ускользающий мир. Да. Так что все примерно, как я сказал. Но и вы пишите, что вы думаете по этому поводу. Да. Так, что тут у нас еще интересного? Рон там все еще с ума сходит. Это еще один инсендио, да? Холокрамы ходить только с заклинанием Вингардиум Левиоса. То есть, если я летаю, то тогда можно, да? А, нет, стоп, Вингардиум Левиоса я знаю, но... стоп, и что теперь? Куда мне ее убрать-то? А, и он их жрет обратно? Очень интересно. А куда мне нужно тебя убрать, интересно, тварюга ты эдакая? Хм. Странно. Очень странно. Очень странно. Я прям понятия не имею, что можно было бы сделать с этим идиотским грибом. На самом-то деле. Гриб, как бы тебя послать вон? А? И он жрет их обратно. Очень интересно. Я понимаю, если бы здесь был бы какой-нибудь, как это называется, так, все что-то не то. Вот жалко, конечно, что в этой игре зато присутствуют такие моменты, какие-то моменты глубочайшего затупа, я вообще не врубаюсь. По всей видимости, идея именно в том, что мне нужно их просто убирать подальше. Черт, это на самом деле отстой. Потому что... Отдай хрень, молодец. Это опять же надолго. Это 3140 вингардиумов левиосов. Зараза. Отдай хрень. Логично, логика подсказывает мне, что... Это тоже надо вырезать? Ха. Знаете, что я думаю? Это все довольно сильно в тему того, что я сказал по поводу выбора игры, потому что, блин, этот самый, как его... Я просто думал, что идея будет в том, что мне Гарри Поттера будет маловато, и что игра очень короткая, и что я захочу еще раз поиграть в такую же игру. Да, кстати, мне дали очков, это значит, что я все сюда собрал, видимо. Это хорошо, потому что я хочу, чтобы Гриффиндор все-таки победил. Но, собственно, к чему я говорю? О нет, по всей видимости, эта игра меня достанет окончательно, и хотя бы даже поэтому это будет ускользающий мир. Потому что эти 130 вингардиумов левиосов, это несерьезно. О, мозг! Привет! Я буду звать тебя мозгом Слизеринца. Так, ленивца! Это был мозг ленивца! Какого хрена? Он его в банку положил. И в банке он выглядит как куча таблеток. Наверное, таблетки дикой лени. Одно из двух. А из каких двух, неважно. Не понятно только, в каких великанов или в чего там и имеет смысл кидать вот эти штуки. У меня вообще-то какого-то хрена все заглючило.
Бадыщ! О, кстати, красиво было, действительно. Так, ну что же, мозг я нашел. О, сова прилетела. Молодец. Это прям какая-то самая... Гарри, встречаемся в подвале. Твоя подруга Гермиона. Что? Если бы мне такое моя подруга написала, я бы пришел приготовленным, знаете, ну, то есть... Там так и было, причем сказано, Meet in the Dungeon, то есть... Не, ну, смотрите, в подвале, правда, звучит еще хуже, но Dungeon у меня тоже ассоциируется с довольно пошлыми вещами. Твоя подруга Гермиона, какого черта, почему она... А-а-а, почему в подвале? Отлично, ты нашел мозг ленивца. Пора возвращаться в Хогвартс. Ну, пожалуйста. Ну и что, что я сохраниться хотел? Зараза рот. Собрание за кубок родов продолжается. То есть состязание, извините. Не собрание. Так, Ревенклоу собрал 89. Зараза, довольно много. Так понимаю, что Хафлпаф больше, да? Хафлпаф 103, серьезно? Я не уверен, что смогу побить результат Слизерина. Слизерин. О, 139. Фу, кажется, у меня больше. Кажется, у меня 150. Ну давай, покажи. Нет, у меня 130! А сколько у них там было? 139? Рот Гриффиндор лидирует по набранным очкам, но совсем чуть-чуть. Призвание за кубок родов продолжается. Черт! Черт! Кажется, что я не получу кубок родов. Я, по всей видимости, не отлично играю. Я и так знал, но я думал, будут небольшие поблажки. Черт. Зал? О. Зал портретов? Все это можно открывать? С каких пор? Раньше же все это было закрыто. Большой зал Слизерина тоже открыт? Вообще везде бродить могу. Окей. Я скоро начну читать книгу, хотел сказать Терри Пратчета, нет, не Терри Пратчета. Как ее звать-то, боже, Чапика. Первая спасательная, она называется, эта книга. Так вот, эта серия у нас будет первая бродительная. Здесь дикие лаги, уж извините меня. Суть на самом деле в том, что просто стоит столько активных ускорителей на эмуляторе по этому лаге. То есть ему приходится не только эмулировать PlayStation, но и, видите, очень сильно улучшать графику. Из-за этого, собственно, он не может нормально все поддерживать. Ха, сколько мне нужно вообще собрать этой хрени? 50? О, я собрал все 70 этих синих штук! Мать вашу! Серьезно? Черт меня раздери! Ха. Мне нужно к близнецам. О, как хорошо, что меня все-таки выпускают. Надеюсь, что там не ночь, а все по-человечески. Да, по всей видимости, начинается старый добрый геймплей в стиле Гарри Поттера, которого мы играли на PC. Здесь теперь нужно будет много где побродить. И много кому что передать, всякое разное собрать. Ну, к счастью, собирал не так много, как могло бы быть. Молодец, тебе удалось найти синие ароматные бобы. Пирог из голубики, мой любимый. Спасибо, Гарри. Вот пароль для портрета. Катвилл. Остерегайся Снэйпа, Гарри. Он всегда появляется внезапно. Ну, по крайней мере, да, я собрал все синие бобы, так что мое дергание грибов было не слишком напрасно. Может выпить? У меня мало здоровья. К тому же было бы неплохо помочь этому парню. Может быть, если я зайду за портрет, то все-таки смогу достать его кошку или кого он там потерял. Да, котенок! Йома-сан! Слушай, от нас зависит жизнь котенка. Ой, это дело серьезное. Угу. На самом деле думал поговорить еще о чем-нибудь, кроме игры. Ну, я всегда думаю поговорить о чем-нибудь, кроме игры, только мне всегда не о чем. Так уж получается. Так что в основном наши разговоры окончились тем, что я просто рассказывал про ситуацию в РГГУ в комментариях. Вы, возможно, видели. Это, по-моему, под предыдущим видео, если я ничего не путаю. Так что, да, ситуация у университета
довольно плачевная. Ну, посмотрим, посмотрим. На самом деле, то, что я писал, это во многом скорее какое-то личное мнение, нежели факты, и мое понимание ситуации. Возможно, это самое, как ее, и истина сильно отличается. Вот. Но, конечно, не факт. Так, поле кабанов каких-то или что-то такое. А, поле для квиддича. Черт. Проблема моя заключается в том, что я вообще не помню, где этот хренов портрет. Я нашел поле для квиддича. И, кстати говоря, было бы неплохо сыграть еще какой-нибудь матч. Но потом. Они все-таки сложноватые. Тем более, как они тут ловца называют, я уже не помню. Искатель. Но, по-моему, он по этому, по-английски так и был, сикером. Вот. И извините уж за неблагозвучное слово. Вот. У меня есть почему-то такие ощущения там всегда, когда я там прохожу, что ну, как будто ребенок плачет, такие звуки. Или у меня глюки. Я еще думал все время, что там какой-нибудь монстр ходит и издает такие звуки. Но нет, вроде бы. А. Все это странно. Ладно, где же портрет? Здесь, что ли? Вполне вероятно. Да, что-то очень похожее. Так, ну что же, я, кажется, знаю твой пароль. Cat-weasel. Молодец, юный Гриффиндор! Это действительно верный пароль. Думаю, теперь мне следует тебя пропустить. О, господи, причем она так открылась. Я думал, стена отъедет. Нет, нифига, лезь наверх. Так, где я? Черт, это карточка? Офигеть. То есть, мне не дают ничего, кроме карточек. Просмотреть. Да, давай, просмотрим. Порасмотрим. Альбус Дамблдор. Он не успел договорить, я нажал посмотреть. Но, по всей видимости, это Альбус Дамблдор. Albus Dumbledore, Альбус Дамблдор. currently headmaster Наставник школы Hogwarts, Хогвартс. Многие считают его величайшим магом современности. В частности, профессор Дамблдор известен своей победой над черным магом Гриндевальдом в 1945 году, в 1900. Открытием чего? 11 искусств применения крови единорога. Профессору Дамблдору нравится слушать музыку и играть в кегли. Можно прослушать еще раз? Я не успел. Блин. Ладно, я не буду тогда открывать это. Тем более, что, насколько я помню, в принципе, та же информация была также и в книгах. Только я не помню точно, в какой именно книге. Это вроде бы даже не рассказывалось просто так. Это где-то вычитывала Гермиона. И по поводу Гриндевальда важный сюжетный поворот. Очень интересно. Да и по поводу вообще всего. Ну, понятно. Бобы дают всего лишь карточки, а карточки не дают толком ничего. Ха. Будем знать. В таком случае сильно стараться собирать бобы не имеет смысла, с одной стороны. С другой стороны, именно в этой версии это делать довольно легко, поэтому хочется. Вот и сидишь тут на распутье, ё-моё. Ну, по крайней мере, в качестве изучения новых... Блин, как же достать твоего кота? Ой, котенок, еще там, ты его слышишь? Ё-ма-сан! Я причем реально слышу этого кота. Слышу его. Его надо спасти. Но как? Я думал, может быть, хотя бы проход через портрет поможет мне попасть в канализацию и спасти котенка, но ничего подобного. Этот котенок там сидит уже, наверное, неделю. И ничего не ест. Это нехорошо, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, хрен с ним. С котенком. Я надеюсь, что по сюжету меня еще пошлют в канализацию, и там уже, в свою очередь, я смогу что-то для него сделать. Так, где теперь? А, это всего лишь место с портретом. Понятно, ничего особенного. Видимо, там еще одна карточка, и чтобы получить, я, видимо, должен собрать все желтые бобы. А что насчет вот этого зала? Вот это меня тоже интересует. Там Слизерин сидит своей личной персоной или все-таки нет. Надеюсь, загрузится не то, что сейчас нам показывается, потому что здесь-то я уже был. Нет, я где-то в другом месте. И я не знаю, в каком.
Это все очень странно. Крайне. Остерегайся доспехов, здесь же побывали наши враги. Надеюсь, я их не встречу. Какие враги? Каких доспехов? В смысле? Я вообще не понимаю, почему-то в этой игре вдруг появился открытый мир. Не было и появился. Что это? Шестая башня Гриффиндор? Как шестая башня? А, в смысле, это наша башня, наверное. Не говорите только, что это шестая башня Гриффиндор. Ну, в том смысле, что их шесть, и они все принадлежат лично Гриффиндору. Опа. А вот и доспехи, которых я должен остерегаться. Интересно. Ага, понимаю. Ух ты ж, черт! Мне как-то почему-то казалось, что они будут действовать не таким образом. Слушайте, реально опасная хрень, причем. Ага, ну что, ударь? Я опять, кажется, я слышу котенка. О, черт! О! Интересные места, и у меня звонок, ё-моё. Да-да, алло. Итак, я вернулся. Кстати, мне кажется, что под, ну, вот этот вот звук, который я принял за мяуканье кота, я имею в виду именно в этой локации, скорее всего, подразумевался этот скрип, мне кажется. Мне кажется, что... О, боже! Нет. Гарри! Фу. Так, оглядеться бы на самом деле. Подо мной вроде бы ни хрена нет. Вот, имелся в виду, мне кажется, скрип доспехов. Я так подозреваю. По крайней мере, никаких котов я здесь не вижу, это точно. Так, опять же, некая крутящаяся фигня. Угу, и у нас появился... Черт, возьми! Я не взял последний боб! Почему я не взял один единственный последний гребаный боб? Черт! Все довольно... Довольно противно! Эта игра реально мне надоела, причем... Это ужасно. Может мне снимать обе в каком-то... О, кстати, хорошая идея. Можно же... Ай! Можно же мне... Периодически отвлекаться на этот самый, на... Ё-моё! На... ускользающий мир! Фу-у-у. А, я причем еще отсюда выйти не мог, пока я не все не соберу. Ну, вообще, зашибись. Совсем не круто. Так, сколько у меня уже? 42 баба. Баба! О, причем опять доспехи. Как это... Непродуктивно. Черт. Давай, молодец, спасибо большое. Все, пойдите вы все к черту, доспехи. Я вас не хочу. И вы меня не должны хотеть. Я вас заколдовал. Чтобы меня захотеть, ё-моё. Так, где я окажусь? Неужели в гостиной Гриффиндор? Это же написано «Шестая башня Гриффиндора». Так, по крайней мере, на мне не повесили замок уже, на этом спасибо. Где я? Ага, я здесь. Я, значит, прошел круг. Ага, а чё? Wingardium Leviosa. Какой хрен мне Wingardium Leviosa? Wingardium Leviosa. Я получил очки за то, что я поставил на стол свечку. По крайней мере, я начал зарабатывать очки. Что я могу вам сказать? Так. Проблема только в том, что я понятия не имею, где оставшиеся бобы. Их, конечно, осталось сколько там? 5 штук всего. Но проблема в том, что они точно не здесь. Привет, Гарри, тебе еще не удалось собрать все желтые бобы. Ты ублюдок, найди все бобы. Да, я знаю. Не надо тыкать мне в нос моей неполноценностью. Эх.
Честно говоря, понятия не имею. Ну, возможно, если я пойду дальше по сюжету, там я смогу их встретить. Можно ли фармить на вас очки? Ну-ка, интересно. Так. Нет, нельзя, конечно же, нельзя. Так. И последний вопрос. Есть ли здесь какие-нибудь бобы? И ответ нет. Потому что я здесь уже был. Потому что я здесь уже метлу гонял. Ой, звучит ужасно. Метлу гонял. Ай, ну все понятно. Простите меня за то, что такие скучные моменты происходят у нас. Игра, к сожалению, действительно местами, ну, не то чтобы особо блещет какой бы то ни было наполненностью. Но она все равно вызывает у меня гораздо больше положительных чувств, чем третья часть. Уж это точно. Так, сюда мы не пойдем. А вот сюда мы, наоборот, пойдем. Надо бы еще в четвертую поиграть с Лави. Мы же так вроде бы как хотели какого-то Гарри Поттера вместе записать. Еще, конечно, посмотрим. Так, большой зал, там был или нет? А, конечно же, был. Конечно же, был. Как ты смеешь усомняться в этом? Человек-фрей. Почти как Человек-паук, только не совсем. Это да, мы же говорили, что есть же супергерой-фрей. Он перестает быть Виталием. И бежит в бой, комментирует. Теперь давай добавим недостающий что-то там. Нам поздоровится, он здесь нас поймает, будет думать, что мы украли. Шо? Давайте я переведу на русский язык, потому что я никогда не понял, что он сказал. Но я могу додумать. По всей видимости, да, нам нужно как можно быстрее торопиться положить на место мозг. Потому что если нас, короче, заметит Снейп, он же Снег, как я его люблю называть, то он, соответственно, нас натянет. Мне следует подождать здесь, я боюсь Снейпа. Парень, я собрал 49 бобов. Ой. Какого черта? Почему это я мог почему бобов больше, чем надо? Вернемся в класс позже. Ну, блин, пофигу мне на Снейпа, знаете. Дайте-ка я там это пойду, открою там одну штучку, да? Да, мне действительно дали целую кучу бобов. И что самое смешное, получается, что мне даже не все нужно было собрать, а меньше. Это странно. Неужели в этой игре количество бобов преувеличено, прямо скажем? Ну, по-своему, это щедро, конечно. Если бы я был супер-хардкорным игроком, я бы, наверное, крайне негодовал. Ну, просто... Да-да, драконис, бла-бла-бла. Я бы супер-негодовал просто потому, что... Ну, мне не дали какой-то челлендж. И, например... Вот так, спасибо огромное за бобы. Вот пароль от портрета этого старого барона. Газировка. Надеюсь, ты найдешь портрет. Он того стоит. До встречи. А, окей. Я уже все забыл, что говорил. Черт. Эти близнецы сбили из меня с толку. О, кстати говоря, помните, мы видели с вами жуткую ужасную птицу... которая напоминала слизняка. По всей видимости, имелась в виду именно та статуя, которая на арте при загрузке. Можете отмотать чуть-чуть назад, и когда я начал говорить эту фразу, вы увидите там этот арт, да, вы его увидите еще много раз, и вы, наверное, видели его, даже помните. Действительно, очень похоже на эту статую, но реализовано, конечно, жестко. Ну и ограничения же у них были. Газировка. Отлично, Гарри. Это верный пароль. Посмотрим, работают ли еще старые петли. Да, он действительно отъехал без малейших проблем. Старый барон. Ну, надеюсь, что это не кровавый барон, по крайней мере. Ё-масан, это метла! Это не карточка, это метла! Это метла! Ё-моё! Нимбус 2000, качественная метла, легкая и быстрая. Чёрт! У меня Нимбус 2000 именно вот благодаря этому, обалдеть. Теперь должен играть квиддич налево и направо. Ха, я думаю, они только карты будут давать. Слушайте, ну вот такому подарку я рад. Я однозначно доволен, спасибо.
Большое. Ха. Вау. Это было мощно. Пойду, короче, отдам мозг Снейку, пускай он... Снейку. Ну да, он же Снейк, потому что он как бы Снейк. То есть, его зовут почти как змея, только на букву П. Это как он снег, потому что он снег, только у него 2Г. Но мне нравится снег. Если бы он был змейсом или что-то в этом духе, мне бы это понравилось бы гораздо меньше. И, кстати, как его, землепроходец присылал варианты нового перевода, там, где он действительно... А, он профессор злей, еще хуже, да. Здесь он змей, здесь он злей, а там он снег. Ну, из всех этих вариантов мне действительно больше нравится снег. В конце концов, почему нет? Довольно милое, интересное имя. Поттер нашел мозг ленивца. Так ты действительно его нашел или просто решил вернуть? Так вот, где он был, Поттер? В твоей голове? Отнеси его в класс. Ха. Причем очень интересный эффект этих темных светлячков или что это, черт побери, такое. Мне прям нравится. Так медленно, так долго так на нем показывают. Было бы неплохо, кстати, показать такой... как это сказать... Тени такой мощный, ё-моё. Ё-моё, я спускаюсь в подземелье зла. Вау! Это мне нравится очень. Вот, надо бы поставить такую обложку, если я не забуду. Хм. Хорошая идея. Вау! Или такую обложку. Тоже куда ни шло. А-а-а. Так, видимо, следующая зона это подземелье. И теперь это похоже на Dungeon Keeper еще больше. Гораздо больше. Эта игра не перестает меня удивлять и радовать все-таки. Не успела она мне надоесть в определенной мере. Как она просто поражает мое воображение заново. Ха, впечатляет. Что это такое? А, это... Это эти штуки. Черт, а как же я туда попаду? Черт. Надеюсь, вы не исчезнете. Хреновы бобы. Меня опять здесь заперли. Это не круто. Ладно, проверка карты памяти и сохраняемся. Интересно, сколько мне засчитают сейчас процентов? Я даже не поленюсь и посмотрю, мне очень уж интересно. Но я понимаю, что по прогрессии я где-то на середине игры должен быть. И даже меньше, черт возьми, а это четвертое видео. Да зря я переживал, что эта игра будет слишком короткая. Вау, как здесь круто! Охренеть! Так это хоррорное место, вау! Слушайте, это, возможно, лучшая игра про Гарри Поттера. Ну ладно, не целиком и полностью, я не имею в виду там геймплей или типа того. Но определенные места и вообще идеи... Чёрт! Это, ну, по крайней мере, это самая креативная игра про Гарри Поттера. Самая, ну, с качественным подходом. Если не качественная, ну, с качественным подходом. Пока что такого качества вещи я еще не видел. Про Гарри Поттера. Ё-моё. Идёшь в класс, надо бей, Гарри. Не опаздывай, Снейп очень строгий. Он всегда ищет оправдание, чтобы снять очки из Гриффиндора. Для нового эксперимента нам нужны зеленые ароматные бобы. Найди нам бобы, и мы откроем тебе пароль от этого портрета. Ах ты ж чёрт, что это за портрет? А, ты собираешься наложить на меня проклятие, так ведь? Обычно здесь тихо и спокойно, но иногда случаются довольно странные вещи. Я покажу тебе место, где можно спрятаться, если ты покажешь мне пароль. И иди, и будь осторожен. Ха, неплохо. Причем они так интересно, она искажается, как будто действительно живая. Ха. И глаза моргает, глаза моргает. Ага. Русский язык, где ты мой? Да. Так, ну что? Тоже, вау! Да! В этой части, причем, реально огромный замок. Наконец-то, Гарри! Думаю, я знаю, где украденные у Гринготса вещи, но сначала надо куда-то идти. Идем, Гарри, не стоит заставлять Снейпа ждать. Ага. Понятно. Еще какой-то колокол, я уж не знаю, возвещает ли он... О начале урока или это просто ужасающая музыка?
О, черт, куда я пошел? Где я? Что? Профессор Квиррел установил эти платформы для испытания своих учеников, но я не знаю, как поднять. Я думаю, прежде чем становиться на них, следует сходить в класс защиты от черной магии. Ага. Очень интересно. Да, черт возьми. Вот это место защиты от черной магии. Серьезно. О, боже! Тут дверь! А-а-а! Вау! 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 Черт! Черт! Офигеть! Ну что я могу сказать? В этом адском готическом месте мы, по всей видимости, все-таки увидимся с вами в следующий раз. Потому что пора и честь знать, несмотря на все вырезы. Тем не менее, честь знать пора. Ха. Да, очень нравится. Ой, черт! Да, это я случайно. В общем, bye.